Момент. Ладно. Может, кто из первого не ходил? За фласки ХП будет? Если бы я видела, то было бы. Пятую пати, чем. Либо шестерок, либо СПД. Сейчас час прошел ровно. С настойной севера есть люди. Ориентация север. Нет, север была песня, не обманывай. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Пишите так. Так. Мне потом отдельный списочек можете скриншотом выслать, кто с настроем севера, без всего. С удовольствием позакидываю. Да, пристань сегодня будет. Да, ДЦ, наши щитки должны быть сильными. Перепивай. Не пожарься. Главное есть, но прячут. Все. Я надеюсь, все перепили. Не надо спрашивать будет у человека. Ты чё? Давайте, у тебя готовность. На бафы. Все, залазьте в этот. Я запущу. Залазьте. Конуру. Запускаю. Беги, малышка, беги! Уже. Без тебя не достанут. Шоколад. Хорошо, идем. Делаем. Ой, внимательнее. Ты должен тик получить пламени, после этого оно с тобой будет двигаться. Ну, оно без тика идет. Ну, если никого не стоят. Если бы ДДшник стоял рядом, другой он бы пошел на него. ДДшник не должен стоять рядом до пламени. Но вдруг, в любом случае. Не, а вдруг. Подходим. Пламени. Вдруг сейчас пламя пропадет, и окажется, что мы бабочки бьем. Идем к метке. Берегитесь. Угарь, все, до тебя не дотянусь. А. Милики, смотрите, чтобы не достало. Пламя. Рассасываемся. И в силу вставать не надо было. Хорош. Беги, малышка, беги! Борешка. Пойдем вправо. Подсасываемся. Чье право?
против часовой стрелки. От босса. Берегитесь. Убегайте оттуда, бомба. Быстрее передвигайтесь за печенькой. Уходим. Дорогу уходим. Есть через, да? Это БР. Тогда мор через и второго. Стоим только аккуратно. Там озарение. Уходим к пламени. Озарение понакидайте, защита на маны что-то нет. Долги на маны. Понятно. Головой не стоим. Уходим. Сигнальных, если что, не пьем. Увижу урон, ДП. Никаких сорвалов. Пламя. Ходим. До сих пор. Там на выезде. Да, если бы вар не забрал. Ради. На третьей фазе там не таунтится. Убегайте, испытывайте. Сейчас упадет бомба. Пламя еще будет. Рассоситесь. Не в кучу стоите. Уходим. Идем дальше, дальше, дальше. Дальше не цепануло. Тут трэш заагрит. Зависло. Пламя. Давайте. Вот здесь, на этой фазе, следующий как раз будет наунтишь голову. Давайте после кнопки начнем. Добейте трэш. Уходим отсюда. У кнопки бомбы. Мелькие. Ложат. Не трогайте сигнали. Пускай еще будут. Уходим. Беги, малышка, беги! Ну, порезка. Вот вырезать, но тебя оставить. Велики в огне не стоит. Можешь... Уходим. Сейчас. Заметкой. Вред, рекорешни. Вызовите чего ж оттуда. Беги, малышка, беги! Окей. И бомба. Идем ближе к этому. Стоунти там голову. Вот умер. У нас БРа нет больше? Нет. Есть БР. Один. Если есть, вы это рисните. Идем к кнопке. По низу больше. По низу больше, пожалуйста, стопните Анка по телу. Первая пати будет Defender. Да просто домашки там по валям. Вниз все. Бейте. Нормально, чё, со второго утра. Утром смерча
Поехали. Думаю, не надо объяснять. А, дальше. Рака решил не уходить из земли, так я понимаю. Так, лазерный обстрел. Держи. Чё, везик съёк, да, остался? Да. Угу. Мониторима сразу активируйте. Активирую. На трэше мы почти без ума. Рассчитывайте сильно. Чё, мне в ШП нырнул, да? Да, можешь. Подтягивайтесь вниз. Упалившаяся галерея. Вот, юморная. Чё? Вы на мейн ролите или нет? Да. Вы подписываете. Да, конечно. Система разрола идет, чтобы линкуется шмотка, вы нажимаете ролл и сразу ниже пишете в рейчат, куда вам. Ох, мейн транс. Ну там миловидное выше выиграл. Чтобы человек не ломал голову тела. Усилки можно скидывать в ДД. Там портал вроде поставят. Трэш стейте тут. И прыгайте потом. Перекидывайте усилки. Потом не пуль, пожалуйста. Mm-hmm. Скинут усилки и пойдем бить. Одновременно. Там наверху шкаф стоит, можно и портал поставить тоже. Не пуляйте. Дайте людям скинуть. До суманца. Можете сгонять, скинуть усилки, еще раз говорю. Усилки в ДД. Накачиваем основная маша тут. Сейчас еще один. Блять, я же не таскаю с собой первые элементы после РТ. Поехали, трэш. Не собирай третью ауру. Подкаст скачок юзаешь. Ну и пока в КД. Загрели сзади. Развернулись, убили. Чей это был? Хантик хорош, да. Я видела, что собака чья-то была. Бывает кусачий. Он бежал на хейта. Mm-hmm.
Так, а там стрела ханта была какого-то, нет? Я не видел стрелу, я видел, что он бежал на хит. Не, всё, что-то всё. Быстрое было. Виновный найден, все разобрались. Не, ну хейт, ну ты как всегда, бля, вообще. И посчитаешься, трупов нет. Поэтому обойдемся словесно. Не, он все продумал, у меня как раз и мать сейчас откатится. Это все было продумано. Убиваем первых два пака, потом большого, а потом надеюсь, что откатится еще один. Одновременно два пака? Нет, по очереди. Чем могут ханты дать фристрапы в магов и в приверженцев? Да, да. И рога может зайти, да, и... И гары могут зашипнуть можно. Да, да, да. Только я не верю, что они это могут, поэтому... А потом мы проснемся, короче, и плачем. Давайте досуманим сначала. Ставьте метки, мы шипнем, чё. Вы-то шипните, и мгновенно выйдет кто-нибудь. Ну мы еще раз шипнем жестко на скеле. Да. Вам один, короче. Блять. Так, шипну. Так, отлично. Сбили, еще раз шипай, срочно. Еще шип 10 часов, смотри. Ну, нормально вышло. Главное не паниковать, и все будет хорошо. Ну, это ема не нужна никакая. На рандоме спулили и убили. Оно было. Да сумоньте двух еще, трех человек. Тыкните. Давайте, поехали. По полям, по полям. Едет трактор, едет к нам. Ну, вы просто не смогли. Не повезло, не повезло. Правильно говорит, не повезло, не фартануло. Пацан к успеху шел. Ну, давай, ауру. Давай. Дай мне. Спасибо. Шоколад, да вот. Поехали. Какой процент жирности у этого шоколада? Этих мобов больших не обязательно вести в Долоран. Мелики могут просто не стоять так, чтобы улететь к боссу, когда он взорвется. А могут и постоять. Лучше вон к нам отвезти его. Даже отсюда можно улететь в босса. Вот, а здесь вот можно бить. Вот здесь вот держи его, тут пускай. Тут уже не улетишь. За контрольных не бьем. Увижу развертку, получите людей. Только не ФКшим. Или если ФКшите, хотя бы питомцев ставьте, чтобы стояли на месте. Давайте развертку урона по ДЦ. Эвейд. Ксюха, Джесси. Нет, нельзя пить. Это жертвоприношение, босс. Нет. Не канает. Я не хочу ребафать 20 раз одних и тех же людей. Увы. У меня вообще знаки закончились. За эти ритуалы на Леди Хэм столько хп летело, блядь, что... Ну, в этот раз прощаюсь, а в следующего РТ
Это 50 кп. Все, кто нанесет урон. И законтролить тоже надо. Ничего, поставил, закупайтесь реагентами. Давай. Так, а что мне надо, дикий шипалист? Да. Ну что, мы закончили стрельки с вами? Так, сейчас рыбу поставлю. Держите рыбу. Так, я думаю, по тактике никому не надо вам поставить метку, наверное, да? Ну, допустим, пускай будет. Или... Ну, давай на тебя стирус. Ксюха не любит с меткой бегать. На самом деле, немножко под... Лагиваешь? Да. Да, ну, что вас выбрать-то нельзя. Давай ты, Морти. А что я? Дерево. Животная звезда для РДД. Я в милю уйду. Давай. Просто никогда не работает. Если люди не смотрят на копье, то они заметки не будут смотреть. Не, сильно ну... подлагивал, прям пиздец. А, мрут, хп, все просто. Пары не пьем, не кливаем. Подрез не ауешим. Смотрим внимательно за таймингами. Убьете пары КП. Умрете КП. Что еще вам надо? На пул в корис? Ты? Да, да. На пул в кориса. Элемента. Шилдмейтон. Да, шилдмейтона. На присутствие, на баф, на готовность и же подобные фиговинки. Насчет фласок у нас там поменялся? Нет? Ну, вирус. Просто невероятные лаги пошли. Прям вообще пиздец, типа, ну... Мы слышим. Я не знаю, может мне, типа, улететь на этого босса, где меня его бьете? Или стать это в жопе мира? Сейчас смысл, да, просто улети. Можешь начать, если начнешь подвисать, либо альт в 4 сразу, чтобы тебя выкинуло. Либо пытайся в бок куда-нибудь убежать. Куда-нибудь, где не уходит метка. Метка идет назад. Вон где шкаф стоит, вот в ту сторону вы идете. Тяните меня. Силки, если что, в ДД, если кто не скинул. Не сумните. Хей, да ты сейчас не ренегат? Или там кто-нибудь из мага в бухту крутануть? Не позорься. Лунная поляна, там портал. Бухту. Можно шатрат спокойно. Вечный. Знаю, знаю, там у кого-то есть бухту. У тебя вечный портал в бухту, не позорься. На ренегате на другите. Надо гайд, чтобы показали, где он там. Открываешь заклинание в балансе. Да нет, это я знаю, где там портал. Ну, так мазни. Там ты пешишься, обогачиваешься. Прям под него. Угу. Там будет прям три портала. Угу. Ну хорошо. Смоните остаток. Я же тебя будем. Вообще а ренегаты полезная фракция. На готовность. Ксюш? Да, чё-то. Не близко держишь, проверь чуть-чуть. Дальше с ним, окей. Ну, всё. Нет, слишком сильно лагает, я тут 4 нажал. Ну, уйти куда-нибудь к этим, где залежи сарани-то. Я думаю, пока интернет-ребут, но посмотрим, что там.
Давай. Нет, к ним есть флаг, им только. И на пол и ПКД давайте Гориса. Ага, отлично. Вот мили не кривая. Пойди. Пары под боссом. Не кривая. В другую сторону вести нельзя было? Блять, дайте стрел, ёб твою мать. Какая разница, в какую сторону вести? Ну потому что тут трое паров, там нихуя нет. Так заспалились. Пары в миле. Не пьем. Еще одни пары. Пойди, отходи. Уводи, уводи. Вот туда уходи, прям в ту сторону. Он кастует, погоди, я же вижу. Че, тебе дали стрелу уже? Нет, блядь. Так ты посохом иди пей. Делать нехуй. Укар, ты баскин, либо напуливай. Там идеально заспавнился босс. Идем, падаем. Иван сейчас там. Нормально, стрелы как раз. Классно, сбивайте. Раз, два, три. Первым четырем. По 100 каждому. Раз. Раз. Три. Идем. Четвертый. Вы всегда смотрите на тайминги. Если скоро резается, вы лучше, блин, можете вообще не пить. Если что, не там АДК слила, а ЕП. Да, не только царян сейчас. Все вы на одно лицо. Не спорю. Вот затмема. Сейчас найду где-то. Блин, не тот карт взяла. Я рыбу ставлю. Ты уже добежал? Четыре, тебя шмонут все-таки. Бегу пока. Но все равно есть кто. Тик-тик, тик-тик. Ложись меня. Ты куда успел? Okay. Застрял он. Сесть на шкаф. А, ты застрял.
Так, у нас кто-нибудь еще пришел? Значит, так, у нас пошла пляска. Нет. Да, это ты тут уже. Так. Чем опав? Готовность. Я считал. Изна. И что, папа, понимаете? Тут товаром улетали. Дух, дай кулак еще раз контент, пожалуйста. Еще раз. На ты. Прийти в одну дилемму. Все. Поехали. Кулаки. Пока там. Если что, мы стесняемся напугивать. Отошли. Ну, не уешь. Еще одна развертка. Поехали падать. Эдники, не ждем. На. Давайте еще диван. Поехали развертку. Скинула в рейд. Бады. Сейчас скреплю. Вы за таймингом смотрите сами. Если вы не можете смотреть за таймингом, это не мои проблемы. Так. Раз. Да не бегай, ты умри. Умираем быстрее. Хейт, а что ты не подсказал, что сейчас будет пары? Все равно ты виноват. Ну, смотри, хейт, Юэй. Во всем виновата сова. Джесси. И Лукар 4. Минус. Докумпач. Парича. Натыгрывается за вчерашнее, да? Ну, вы решили просто, если скинуть приор, то, блин, я могу и так ГП вам накидать, чем вот так. Да. Типа, как голуби умели летать. Ой, на встаем, шкаф есть, присуманим. Встаем, встаем, быстрее вас сумануть, чем резнуть. Рыбку поставлю. Сейчас, найду. Мне кажется, у Хейта есть уже привязанность к ГП, можно им просто так дать. Он приходит, думаешь, на РТ ради ГП, а не ради ГП. Да, да, ну у него... Как там стокгольмский синдром, ебать, или как там. РТ отменили, а можете просто ГП дать? Я пойду. За 25 человек. Он скоро приор будет ГП выдать. Еще раз внимательно смотрим со временем появления паров. Я же говорю, вы можете в это время, пока он появляется, афухкастрять спокойно. Анонса не будет. Будем дальше играть в это. Я как бы с удовольствием накидаю вам. Зачем еще нужен релослей с ДБМ? Какой день мы будем добывать? Не знаю. Чисто организаторская. Кинуть КП, кинуть ЕП. Собрать рейд. Все.
Поэтому смотрите внимательно. Не надо. А зачем? Зачем ей шматка? Батя. Я уже тогда Горис, тетя. Ну, кулак дайте по друидам, да, на мальбос. Или там он по 5 не ставится. На этом боссе МП5 это самый бесполезный баф, который только можно придумать. Ну я хуй знает тогда, почему, блядь, на мне МП5 висит, блядь. Чтобы было для баланса вселенной. Похуй, давайте так. И нам лучше поставить не трепет, а 155, потому что до хантов не достает баф АДК. Вард всего же не хватает. Сколько крита дает? Ну, как 20 крита, а значит, 25%? В зависимости от класса. Еще раз на готовность. Флаг дали? Горис? Да. И морная? Все, поехали. Пороха хила дает 1,7%? Ты шо? Сумец? Нет, не надо этого делать. Ой, не надо. Ты помог залутать какую-то шмотку, а так залутает тот, у кого больше приор. Из рейта. Дальше. Долго ты реагируешь. С меткой из рейта назад. У тебя есть способность отскок. А ты че, как так прыгнул? Это ж хан. Типа как в аниме оттолкнулся от воздуха. Да. Не знаю, не смотрю аниме, но все такое. На маге можешь глыбу поражать. Метки не будет. Я не хочу тратить, сейчас растопать придется. Я про скал, может, ты не знал. Не придется. Че, мы слабые, что ли, не будем стоп? Две минуты боя. До врага минута, а у босса 50% хп. Вывод. Не будем. Быстрее. Ой, стоп, стоп, стоп. Не иди к боссу, сука. Блять. Отводи. Не кривая. Ты ж там. Три. Короче, через поведу, через всю эту хуйню обратно. Не кривая. Просто. Заебали. Подальше от РДД только, подальше от РДД. Дальше все. Вот кота все. Выйди, выйди быстрее, отпрыгни. На полу нашел, да. Врага. Может, мы в одну метку ставим?
метка, у вас печенька для ТДшников. Оттащи чуть-чуть туда, дальше, короче, от порта. Я уже он умрет сейчас, нормально стоит. Ну, после все. Я слышал, вы тоже можете сбегаться чуть подальше или чуть поближе, в зависимости от... Нам же ж надо в луже стоять. Так лужа-то, блядь, она ну, не в миллиметре. Нет. С метками быстрее будем выходить. За ГП, за каждый троп. Хорош. Не втыкай, пожалуйста. Добиваем. Если ты станешь, у тебя хватит маны на хер? Да. Это не надо все равно, надо будет на вид. Ой. Джесси, либо скинь, либо на поле. Отлично. О, ГЦ. А, тебя да. Собрать на случай, когда сделает нормальный пошли. Скипетр потерянная душа. В правую руку, в левую руку. Хорошо. Неплохо. Скипетр? Хиджали, да, ты раньше времени ушел. На кого смотря? Войд, в танка. Я в хила, да? Да. Да куда нам стрих? Не издевайся. А кто хочет собрать вспышку? Ноль. Да, может собрать все-таки? Ты прям не хотела, потом проживу. Морт. Нет, защитан больше. Он уже защитан априори больше. Все потому, что меня вчера с ГП подставили. Я все помню. Ладно, в ДЦ же хуйня. Ну, да. Это бисовая тренировка. А, не, нормально, да, там же 0-5. Давайте, ребят, быстрее, 9 4 минут. Напиздел. До ОБТ, как бы. У нас потом, да. Блядь... С одной стороны стоят 9 человек, а с другой 3. Я виноват, что не разбежались. Так, метки кто-то пойдет. Пойдет. Апелляцию. Я пытался. Не работает. Я могу только двойную давать. Да просто Паша обратно меня поставил, поэтому не работает. Так, 2. Так. Джесси пойдет. 3. 4. Плюс чуки 5, текст 6, букард 97, шипы и азура. Азура ты без метки, плюс ДЦ. У вас 10. Метки находите сами, которые... У нас единственную метку поставлю, это для ДЦ. Он заходит с этой стороны, займете, мало не покажется. Так, рыбку, да, она же падала. Рыбку держите.
Так, что кратко. Мобов напуливаем. На фазе от лучей уходим. К боссу спиной всегда стоим, бегаем вокруг. К большому щупальцу не подходим, к тяжелому. Остальное убиваем. Разлагающее диспелим. Щелдмейден ушел? Да. Дестроидом на пару. Короче, первая фаза просто, ну, ты знаешь, короче, неважно, просто в центре. А что ты мне пишешь тогда, блядь? Блядь, по три моба держим, нахуй. Первые три я забираю, вторые ты три. Потом по очереди забираем, на каждого вешаю. Understood? Помните, я думаю, все помнят. Шипа, ты помнишь, что делать? Сырмахов, знаешь? Все отлично. Ну и на ласт фазе мы две ма будет первые, потом не будет. Я на готовность, на пол. Ладно. Полина, кинь. Марти, кинь свою лапу. Лап. Поехали. В лужах не стоим. Вон, если что, можете ориентироваться либо череп, либо квадрат. С кем бегать. А чё я-то? Она же вообще у каждого друида вообще прокачана. От лужи отошли сзади. Пойдем. Пойдите сзади. Лужу. Не надо в нём купаться. Ему ещё ревзнулся. Жить? Видно, подойди, ты с дебафом, сейчас помрёшь. Ну, молодец. Милики. Если с вами хил не стоит, значит, надо бегать с рейдом. Логично. Леопард, реши. Форт милый, видно, в ресне. А где она? Возле входа. Возле цепи он там бежит. Он вот. Там цепи. Порталом разрешись. А надо было сову закинуть. Зато я сова, иди. Хейт. Сова, заходи там. Хейт умер. Димон, можешь внутрь заходить. Портал. Вор снайпер, ты тоже в портал. Цирк ёбаный. Был воду. Вот сейчас можете бить. Чересно, что а ты что не в портале? Нет портала больше. Есть портал. Вон, иди сюда. Иди, иди, Домаш. Иди. Еще не выходить, нет? Нет. Нет. Потом еще 15 секунд. Так. Я скажу.
Марти, речь не хейта. Посмотрим, вдруг появится, нет. Говорю, если что, вышли. Перед третьей фазой резнешь, миловидную. Ну, потом уже. Перед третьей. Пускай так пока побегаем. Угу. По возможности. Сосредоточимся по порталам. Портал. Прыгайте в портал. Подошли от щупальца. Третья большая, тяжелая. Приоритетно тяжелая. Успеем еще и сольем. Нормально, все успеваем. Да. Добивайте, если что, мозг. В разлагающие развернулись. И идем под босса. В лицо. Первые три мои, пожалуйста, блять. Первая моя, вторая летний. Пойма. Ну, встать есть? Отлично. Собирай. Летний, собирай ауру. Эти твои. А дальше мы замагим. Вы фул протянете или надо сливать? Ну я протяну, и не будет, не знаю. Посмотрю. 31 миллион, очень много костыней кикают, поэтому я думаю, надо пить моба будет. Ну давайте сливаем, то что да. Я дал крылья. Ксюх, если что, метку поставишь, кого первого спать? Кого там меньше хп? Кикайте косты, мобам, они шут кастят этот хим. Иди автомат на стоп. Моба, моба. Эма, эма, нету. Не забираю так быстро. Можете как-то подвести, чтобы босса кривать еще? Они хилить начнут. Так они и так. Ну, ну отведите подальше ты-то. Зубы закиньте в меня. Горе, вставай. Закинь, нет, 13 миллионов. Ну, закиньте все, что есть у меня, потому что... Бля, что-то не трэш никто не бьет, блядь, ни по боссу вообще волны. Трэш хилится уже просто. Прилив нет. Найс, отправляйтесь. Хорошо. Все. Здорово. Ну, блядь, столько извиняюсь, ребят. Как бы. Ну все, тогда без йога остаемся на вторник. Классно. Завязок получили, так что все. Коро. А идем так? На ОБТ. ОБТ. Если там ничего не поменялось, у нас тут идти. Не знаю, ну, нет, поменяли же тайминг, там Ваня писал.
он ДПМ призалил. Так что заходим все должно на ОБТ. Потому что второй статик тоже может присутствовать. Вот так вот.